Решим очередную задачу типа B8 из открытого банка заданий ЕГЭ по математике. В треугольнике ABC угол C равен 90 градусов, CH высота, BC 8, синус угла А равен 0,5, найдите BH. Строим треугольник и проводим из вершины прямого угла C высоту CH. Таким образом. Далее. Из треугольника BCH, то есть из вот этого треугольничка, верхнего прямоугольного треугольничка, находим катет BH, то есть BH является катетом вот этого верхнего прямоугольного треугольника. BH из треугольника BCH будет равен произведению гипотенузы BC, то есть BC это гипотенуза этого маленького треугольника BCH, умножить на косинус прилежащего угла, то есть на косинус угла B. На косинус вот этого угла B. Далее. Косинус острого угла B можно заменить синусом второго острого угла A. Тогда мы получим с вами, что BC нужно будет умножить на синус угла A. На синус угла А. И теперь нам остается только подставить вместо BC и синуса А их значение по условию задачи. То есть BC равно 8, а синус угла А равно 0,5. То есть в итоге получается у нас 4. Ответ 4. Давайте я покажу, почему вот косинус угла B равен синусу угла А. Это можно увидеть несколькими способами. Первый способ такой. Предположим, давайте запишем косинус B и запишем косинус B как отношение прилежащего катета BC, большого прямоугольного треугольника ABC. То есть это будет BC, отношение катета BC, прилежащего катета BC к гипотенузе AB. С другой стороны, катет BC является противолежащим для угла A. А это значит, что данное отношение будет равно синусу угла A. Это первый способ. И второй способ увидеть, что косинус угла B будет равен синусу угла следующий. Через формулу приведения. Косинус угла B равен косинусу. А теперь угол B это второй угол в прямоугольном треугольнике острый. А сумма двух острых углов в прямоугольном треугольнике равна 90 градусов. Это значит угол B будет, можно представить, как 90 градусов минус угол A. А теперь по формуле приведения косинус 90 градусов минус угол А это синус угла А. То есть равно синусу А. Ну и теперь нам осталось записать ответ. В ответ мы запишем число 4. Ответ 4. Задача решена.